Всеми уважаемый в Южной Осетии Виталий Калоев вчера приехал в республику поддержать одного из кандидатов Леонида Тибилова. Он и во время самых страшных событий в нашей стране, войны августа 2008 года, не остался в стороне. Помогал и после войны. Им был восстановлен детский сад, где его до сих пор вспоминают тепло. Сегодня, когда братская Южная Осетия стоит на пороге выбора, Виталий Калоев вновь не может остаться в стороне. Леонид Харитонович, Вацаганей брат мы баса он тем квандает вот Амираж мы дарим оно ноябрь с выборта вот еще вот продам дар я кандидат в Балвартает фала а вон Балвартает кандидат в Рома бнат хейнов фала бнат расахшавит хейнов фала ядам бира варже ядам хоршкана хоршкана Уйя фанды вацаганама, хвайт хаябун, восхабар мида гарла удиш. Фанды, жегдым барнафтам, ема, мене хам хушари риштун садам сарудон, карази кут бамбару, каразинса кут бамбарн кана, каразинса кут баваржин кана, ма юнхаш кудой, юнхаш. Уйя вацаган тынг фанды, ама вацаган хвайт хайса утынг дар, президенты бнатма. Вию фаршта, ина фаршта, а вот саган вию, ама мана абон чревамак бакашам, да, вот каунет там они савады магба, вот саган. Ама фаршта ма, мана ражар кудрашуду диш, кудрайзашу диш, авто шаража, я город тар, я республика дар, вот саган дел жердяги архайзаниш, жердяги. Ама ман урны, вот саган, вот они гударе кухабавцы, что. Узнак.